Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 октября. Память святого мученика Флорентия. Святой мученик Флорентия родом был из города Салуни. Будучи христианином и ревнителем истинного благочестия, он порицал и обличал веру в ложных языческих богов и проклинал служение им. В то же время, наставляя всех истинной вере Христовой, он утверждал в ней христиан и убеждал их исполнять заповеди Божии. За сие Флорентий взят был на суд к начальнику страны той, но на допросе открыто исповедовал веру в Господа Бога нашего Иисуса Христа, а языческих богов называл деревом, камнями, золотом, серебром, медью и железом, бездушными бесчувственными идолами. Этим он привел в ярость правителя той страны и был осужден им на мучение. Его подвергли жестокому биению, строгали острыми орудиями его тело, после чего он был брошен на возжженный под ними большой огненный костер, в котором он с радостью, молясь и благодаря Бога, скончался в начале 3 века. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.